Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей, и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свое новое видео. Видео по игре Spin Tires. На этот раз это снова обзоры модов. Сегодня ко мне на обзор попал новый мод. Мод под названием MAS 509. Заменяет он MAS 7310. Для удобства советую загружать карту Вулкан, так как он здесь установлен сразу на точку спауна возле гаража. То есть он у вас просто заменится, и вы можете не искать его на любой другой карте. То есть просто загружаете, пересаживаетесь, катаетесь. Ну что ж, давайте посмотрим, какие аддоны есть на борту данного мода. То есть я уже специально, как вы заметили, не говорю, что мод не работает ни в мультиплеере, и не работает ни сохранение, ни достижение, так как это уже, в принципе, все встало, так сказать, на конвейер. Ладно, есть у нас бортовая платформа для перевозки грузов, точнее бревен, коротких бревен. Платформа лесовоза. К ней мы можем прикрепить, как обычный прицеп-распуск, вот этот коротенький, который у нас там сейчас появился. Так вот он, да. Либо же мы можем поставить, точнее вот этот мы снимаем, можем поставить удлиненный распуск, то есть который складывается. Как он складывается? То есть все довольно просто, для этого нам нужно просто лишь завести двигатель, звук и здесь вот 7310, и нажать вот эту кнопочку. То есть и он у нас просто спокойненько соберется, и мы можем доехать до ближайшего лесоповала, чтобы загрузиться. Ладно, платформу мы снимаем. Топливная цистерна здесь есть на 1000 литров, то есть та самая дефолтная цистерна, которая ставится, ну, практически на все грузовики дефолтные, да, кроме ЗИЛа. Ну, в принципе, она тоже довольно неплоха. Дальше, что у нас есть еще? Есть у нас гаражные части, несут они с собой 200 очков ремонта, и также они несут с собой 2 очка для открытия гаража. Дальше снимаем. Ну, это сцепка, это стандартная, естественно. Ремонтные части, то есть у нас есть 800 очков ремонта в данной будке. То есть, если у нас что-то сломалось где-то по пути, допустим, да, мы можем вернуться, взять эту машину, приехать и отремонтировать. Есть у нас вот такой мазовский контейнер. Он несет с собой 4 очка гаража, то есть вы можете сразу его поставить и открыть гараж сразу за один присест. Есть вот такая мазовская цистерна на 3 тонны топлива. Выглядит довольно неплохо и очень сурово. И, ну, реально классно сочетается с самим мазом. Что есть еще? Есть мазовское вот такое седло. Я не знаю, если честно, можно ли на него прицепить. Да, можно на него прицепить фургон, полуприцеп фургон, у которого 8 очков гаража. Бортовой прицеп можно стандартный прицепить. И можно прицепить прицеп цистерну. То есть, в принципе, здесь по аддонам все. Ну, я не знаю, давайте ничего не будем ставить, просто прокатимся на такой голой раме, посмотрим, какая есть у нас резина, то есть вот такая вот, вот так выглядит обычная. Есть вот такая кразовская резина и ураловская резина, давайте оставим ее. И, наверное, немножечко попробуем прокатиться по вулкану. Если честно, я еще эту карту вообще ни разу не запускал, не открывал, с ней я вообще не знаком, то есть куда здесь ехать, зачем, что где здесь находится, я абсолютно не знаю. Поеду, грубо говоря, да, вот по приборам первый раз. Посмотрим, как проберется через вот это болотце, которое только что я обнаружил. Ну, в принципе, проблем никаких. Кузов пачкается, все отлично. Подвеска работает, кабина болтается также. Никаких проблем с физикой здесь абсолютно нет. Все довольно прилично. Так, вот здесь стоит быть немножко поаккуратнее, наверное. Кузов, как видите, также весь полностью намокает. Есть небольшая деформация, то есть, видимо, я уже где-то успел удариться. И у меня помялся бампер. Так, здесь я немножечко засаживаюсь уже в почву. Это не есть хорошо. Давайте проедем немножко дальше. Попробуем проехать вот эту самую реку, да, и посмотреть, что у нас здесь есть еще. Где нам можно еще проверить внедорожные качества нашего МАЗа. Так, ну я бы хотел, конечно же, найти какое-нибудь дерево и въехать в него. Буцк? Нет, ничего не вышло. Очень печально. Так, какие-то дома у нас на горизонте. Отлично, впереди у нас мост. Попробовать с него, что ли, завалиться, не знаю. Ну, ладно, делать этого мы не будем. Опасно, проедем по краю, просто разгонимся, попробуем там вцепить какую-нибудь кочку, чтобы просто посмотреть на повреждения. То есть вот у нас двигатель заглох, и мы можем оценить весь масштаб разрушений, которые наносятся данному грузовику. Единственное, что меня, конечно, удивило, это вот постоянно трясется выхлопная труба, то есть после того, как двигатель заглох, ну, вроде как она должна
перестать выполнять эти действия, но она все-таки дальше продолжает этим заниматься. Ну, это, безусловно, все-таки мелочь, но неприятная мелочь, на которую зачастую будешь обращать внимание, да, то есть, ну, все-таки я думаю, что в дальнейшем это все дело поправят, исправят. Ну, а в принципе, в остальном мод довольно неплохой, то есть, имеет с собой на борту кучу аддонов, повреждения. Мод очень классный, мне он очень понравился, но единственный минус то, что все-таки не работает в мультиплеере. Ну, я надеюсь, когда-нибудь это все станет возможным. Ну, а на этом все. С вами был я, Алексей. Желаем всем хорошего настроения, всем удачи и пока.